canción para mi gente. Con una pasión. Con una pasión tan fuerte. Так, ребята, всем привет. Да, я в труселях, вы уже это там уже посмотрели и сказали то, что я без труселей, с голой жопы, короче. Нет, все нормально. Короче, это Тёма сейчас собирает вещички. Блин, все понятно, да? Пойдет для сельского места сгорится. Ему в 00:30 уезжать. Пока туда-сюда до аэропорта. А потом до аэропорта еще там и там еще будет. Да, в аэропорту 4 часа до посадки. Потом до Новосиба 8 часов лететь. С Новосиба лететь 5 часов до Домодедово. В Домодедово тоже ожидание 3 часа. С Домодедово до Уфы 2 часа. И с Уфы добраться до дома мне еще на машине 2 часа. И везде нужна регистрация на билеты. У меня одна авиакомпания, скорее всего, билеты выдадут сразу. Как у тебя эти две, по-моему? У меня с ESL. ESL? Ну, отлично, вот это, отлично. Вот, да. вот это очень радует, хорошо. Короче, да. Есть время на пересадки. Ну, постараемся. Поступить, да, долететь нормально. Хотя бы попасть в Новосибирск, там все. Ты долетишь, там уже позвонишь. Да, там все уже, короче, нормально. Сим-карту обратно вставишь? Да. Только у меня, наверное, на сим-карте минус рубль за месяц. На сим-карте, наверное, минус где-то 2800. Жесток, я жесток. Что мы скажем товарищу Артему? Мы скажем ему спасибо за то, что он есть. У меня уже чемодан и настроение, да. И негодяйка. Я уже мысленно в автобусе. Парюсь 5 часов, да. 4. Ну, слава богу, если 4. Если 4, то я в аэропорту еще 5 парюсь, да. Короче. Ну, в любом случае я парюсь, да. Будем надеяться, то, что у него будет все прекрасно. Ну, должно быть все прекрасно. Огончик. Огончик, да. Как побудем вместе? Отдыхать всегда хорошо. А отдыхать с друзьями еще лучше. Еще лучше, да. Все равно как-то это неспокойно перед выездом. Я весь день парюсь. Да, само собой. Если вдвоем, то это получше было бы, да? Ну, вообще я всегда перед выездом целый день парюсь. Вместе с Лениным парюсь. Туда-сюда, туда-сюда. Уже там половину теплых вещичек на себя нацепил. Он уже в чемоданах построениях. Рюкзак переполненный. Могут. Могут, это да. Выписать мне стопе. Стопе, но ну, это придется на карте должен быть. На карте, да, что-нибудь придумаю. Еще вообще не беда. Я думаю, все должно быть нормально. Самое хорошее, когда все хорошо. Ребята, всем привет. Сегодня финиш Дэй во Вьетнаме. Честно, последние два дня мало снимал. Это номер у меня такой сейчас. Я с меня переехал. И в ночь сегодня отправляюсь в 00:00. Меня забирает автобус. Везет ближе к аэропорту. Там нужно пересесть на такси и ехать в сам аэропорт. В общем, дела такие. Ром девать некуда. Ну, я уже постарался сделать микс. Хотя бы так его забрать. С фантой. Ну, и здесь на маленький стаканчик будет. Ну, ничего, это можно до вечера. Все равно это. Только в 23:30 где-то выйду. Там на автобус. Выпуск для вас готов. Ну, это время пройдет месяца через 2-2.5. Через 3, может быть, даже. Через 4. Ну, потому что я все 2 месяца снимал и вообще нифига не монтировал. Тяжело путешествовать и снимать, зато монтировать это. Ну, просто ничего не увидишь. Тогда неинтересно путешествовать самому-то. Буду сидеть за столом и монтировать выпуск.
Короче, вот так, вот так. Номер у меня тоже весь убрали, все чистенько. Шорты висят, я их постирал только что. Все путем. Погодка у нас ветреная. Она тут почему-то вообще всегда ветреная, я заметил. Сейчас, может, пойду искупаюсь. Очень жарко, конечно. Плюс 31 показывало. Сейчас, может, да, пойду в бассейн искупаюсь и это... И уже дальше работать. Чё-то как. Так что, скажите всем, good morning. Чего? Давайте попробуем, обменяем 1 900 000. Ну нет, 1.5 миллиона где-то обменяем. И остальные мелочи сбагрю, чтобы это... В Таиланде просто мелочи сами не любят. Попробую сейчас сбагрить все. Чё, как она должна быть. Сейчас прошу меня за то. Так, на автобус, во сколько сегодня? Во сколько сегодня на автобус? Чё-то как. Короче, доллары меняют на вьетнамские донги, а вьетнамские донги на доллары уже. Вот у русского там было, вот у Димы там, как он тревел там. Но у него 100 баксов было, а у меня нет 100 баксов вьетнамскими. А долларами я не додам. Ух, жесть. Жесть какая-то. Ну ладно, в аэропорту, короче, придется поменять. Больше негде. Банки сейчас, они далеко от меня. 5 км, а мне работать нужно. Жесть. У нас погодка шепчет. Займи, ну выпей явно. Пойду сок себе возьму, наверное, и пивасика. Пивасика взяли, но сок может быть тоже. Да-да. Кстати, почтовое отделение в Россию прямо у нас в отеле находится. И можно почтой что-нибудь отправить. Ну, я не знаю, правда. Можно ли Рому отправить? Я бы отправил бы. Не знаю, кто в бассейн купается, но похоже на китайца. Ну, что, была не была, то есть. Так, с Ромой когда рисовались, он, короче, перекинул мне просто только денежку. Карту я ему наличку эти тонки отдал. Так вопрос решается с обменом валюты. Скажем спасибо этому дому. Все, пора потихоньку, время 22:30, меня ждет Рома с Ромом. Блин, но много я не буду. Все, забираю рубашку, забираю мобилу, а мобилу уже в кармане. Чуть пиваса забираю, фанту. И, так сказать, в путь, дорогу на ресепшн. Потом слепбас. Это самое опасное. Вот так потихонечку, короче, сидим. Мне уже, короче, мяу-мяу, кто-то звонит. Мама, мама. Короче, еще раз знакомься, это Рома. Мы так по чуть-чуть Ромчику. И все должно быть огонь. И опять в этом слепбасе. Все, иду в аэропорт. Давайте увидимся. И на второй полке, на первой не дали. Вот это всегда, короче, происходит. Они столько сумок, столько багажа тоже загружают. Просто жесть. Очередная остановка пописать, покакать. Заправочка. Это Камран еще. 50 км. Либо $8, либо 80 на такси. Блять, все пересели в такси. Ну, я мужчина, короче, еду. Международный аэропорт Камран. Вот туда весь наш сходит. Так сказать, сброд. Огонь. Вообще пустота. Время 5 часов утра. Мне в 10 только вылетать. Через 2 часа только регистрация начнется.
Жесть. Фух, ладно. Что делать? Другого пути нету. Либо такси за 80 долларов. Либо бас за 8 долларов. Все. Вьетнамец мне любезно подвел мусорку. Здесь курить можно. О, вот там все на Money Exchange стоят. Но у меня Money Exchange почти не вообще не осталось. Поэтому не, даже нет смысла моя. Россию привезли. Все из россиян. Вообще ужас. Просто жесть. Мне только остается пока туалет искать. Еще 2 часа тут торчать. 10:25 у меня как вылет. Ох. Через 2 часа 7 минут. Так, регистрация найдется. Ух ты, хороший курс. Курс обмена очень неплохой. Почистил зубы. Да, богу, уже никого нету. Money Exchange очень хороший курс. 23 500. А мне там за 23 100 хотели вообще сделать. Намного выгоднее курс в аэропорту, короче. Менять. Просто так вот. Есть на новые донги. А так. Один. А, это рубль. Один рубль это 3250 вьетнамских донг. Вот так вот. Сама курс хороший. Все, ни в чем. Мне 2 часа ждать. Пойду. Я уже нашел, куда я пойду. А здесь пока закрыто. Напиток. Наконец, для наших туристов удобно. То, что здесь это цитируется на английском, на русском, ну здесь на китайском. Сейчас просто не видно. А так, кафе и магазин слева. Направление, миграция. Время 5:19. У меня 5:21. Вот так вот, ребят. Здесь сейчас на русском вот. Бангкок, Дон Муанг. Вовремя. Терминал Е, ЕФД 647. Где терминал Е? Это F. Я найдем. Смотреть, как его чуть-чуть. Всем пока. Нажмем пушка. Где-нибудь тут. Ребят, на ванах штур, ты газ. Пиво за 40 тысяч донг. 40 тысяч донг, 120 рублей. И вот товарищ меня попросил фоткаться с ним. И чего, сфоткались. Это тем. Ох, 2 часа еще извините на ожидание. Но блин, говоря, другого выхода у меня просто тупо не было. А, либо я просираю самолет, либо я еду на слепбасе, либо за 8 долларов на слепбасе. И тут еще 300 рублей, чтобы такси довезло с этого города, где слепбас останавливается. Либо 80 долларов на такси. Как-то не совсем дешево. Под маме что-то говорит. Почему на переходу? Там стоянка на байков. Народ что тут тусит. Немножко. Пара тёрды стоит. Давайте. Давайте. Горы. Солнце встает. Время. Без 26. Два отеля огромных строят. Ужас.
Все, короче, мне здесь стоять нельзя. Сейчас уже это лучше все видно. С каждой секунды все светлее, светлее. О, вообще там уже самолет стоит. Короче, там в Новосибирск, Екатеринбург. А он, Азур, стоит. Азур Эйр. А на море, кстати. Ну, а это слишком русские уже города. Я сюда больше не поеду. Слишком русские. Я вам показывал, наверное, выпуск назад, где такие города. Ну, короче, город, где вообще никак ни по-русски, ни по-английски. Вот там интересно. А, здесь так, фигня. Кстати, взял Сайгон за 34. Может, чуть попозже еще одну возьму, но, блин, мне еще полтора часа стоять. Конечно, на стойке я был первый. Ну, рядом двое русских уже потом подошли. Ждали, ждали. Короче, я говорю, хочу сесть в окна. Он говорит, нет, Аэразия, короче, сейчас уже не предоставляет такое, то, что ты можешь выбрать, не выбрать. Короче, автоматика выбирает. В итоге меня посадили в середину. Ну, я там попробую разрулить что-нибудь. Это ужас. Ужас. Мне лететь 2,5 часа. Все контроли прошел, чуть ли не до трусов раздели. Ну, любители они, любители. Вот смотрим фрум. Она единственная, как я понимаю, тут. Даже шлепки снять пришло. Звезда в шоке. Забыл телефон убрать. Это в итоге они там второй, третий раз, короче, это проделали. Операцию передвигали, вот это передвигали, короче, но после бутылочка я взял, потому что я знаю то, что в аэропортах всегда можно налить воду. Ну что, самолеты разлетаем через 25 минут, правда. Но у нас часть пассажиров везут, и у нас вообще самолет пустой, просто пустой. Огонь. И слава богу, то, что поменялись местами. Теперь у нас вот это свободно, там человек, а там вот как раз они втроем сели. Твердые, все в белых перчатках, масках. Конечно, очень непривычно, но ничего, переживем. Сад прямо посередине этого аэропорта. Офигеть. Чихи постоянно тут на меня. Спитина, блин. Вот она, теплый Таиланд. Прошел паспортный контроль. Там они за количеством ничего переживали чуть-чуть. Вышел, купил сим-карту на 30 гигабайт. 15 дней 30 гигабайт. Блин, ну нормально, другой не было. Потом, если все поменяю. Так вот это. Сейчас уже прошел один терминал, уже на третьем этаже. Сейчас стою в очереди уже на билеты. Ну и надеюсь, что сейчас все билеты дадут, и это
того. Полечу уже на Пхукет. Уже как-то надоел. Вьетнам. То, что я в Таиланд прилетел, я уже просто счастлив. Потом. На месте приперся. Уже около своего гейта и через 25 минут начнется посадка. Через полчаса. Ну все. 10 я у меня. Это, по-моему, мы эти бизнес. Ну, значит, бизнес посадили, ничего страшного. Сижу в бизнесе. Не знаю, правда, обижаться на них нет. Можно, наверное. Так, устроить с бочкой. Такого хрена меня в бизнес посадили, а не в эконом. Я подумаю. Короче, на меня всю дорогу китаец чихал. Боинг 737-900ER. Что-то я не помню какого. Все, на посадку. Огонь, что у нас еще местечко между нами. Супер. Также ездите опять билеты на мини-базу до Патонга 180. Все, выходим. И мы на Пхукете. Ура, товарищи. 13-й раз. Огонь. Пиво брать не буду. Дорогое. Все, теперь буду экономить. Не был последний. Мы брали полный мини. Есть два сиденья, но оно все в сумках. О, приехали, наконец-то. Это называется Hotel Ginger House. Фух. Очень даже сложно. Накрашивание, накрашивательное место, рабочее место, холодильник, телевизор, кондиционер. Он был специально настроен в самый-самый верх, чтобы не дуть. Прямо морду. Кровать. Почему-то я опять на китайцев попал. Ну что такое-то? Телефон. Картина какая-то непонятная. Что первым сделать? Купил пивасы и тостиков. Фух. Балкон здесь не закрывается. Короче, надо сейчас что-то делать, предпринимать. Где-то я тут ноутбук оставлю, не пойдет. Тут закрывается. Там нет. Вот такой балкон. С любой пройти может. Туалет.
раковина, душ. Ничего тут нет, правда? Могли бы и насыпать. А, вот это от ее. Есть они. Все, шаваны. Да, есть. Зубные. Щетки с зубными пастами. И цветочек. Прикольно. Все, дверь мне закрыли на балконе, теперь можно спать спокойно, ноутбук оставлять и так далее. А то непорядок, вообще непорядок. Помните меня таким? Я начал есть тостики. Пока съел только один. Завтра взвешусь, посмотрю, сколько кг. Вы мне все-таки есть. Ладно, все, надо отдыхать. Слишком устал. Китаец чихабельный в самолете. Помылся вроде с мылом, сейчас не знаю, что. Но, ладно, хрен вирусом. Придумки все. Увидим, что дальше будет твориться. Сплазнулся, полегче стало. Будем надеяться, все-таки китаец был не особо заразный. Но скотина. Чихающий. Давайте, ребят, чё как? Лайк, вышки заряжаем.